Всем здравствуйте, дорогие друзья. В этом сегодняшнем видео я покажу вам, как добавить больше FPS к Counter-Strike GO. Заходим в Steam, Counter-Strike, свойства, установить параметры запуска и устанавливаем вот такие вот команды. Эти команды удаляют всю ненужную хуйню. Это последняя команда. Добавить или выделить больше памяти CSGO, так как он не будет вылетать из игры. Устанавливаем вот такие вот команды. Все эти команды будут в описании. Я выделил своему GO 8 гигабайтов оперативной памяти. И все 4, 2, все будет в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.